40 тысяч километров за 40 дней. Объехав почти всю страну, агитпоезд ЛДПР прибыл в Казань. Депутаты консультируют по интересующим вопросам и собирают обращения граждан. Уже завтра они лягут на стол лидера партии. 400 станций, тысячи обращений. По словам депутатов ЛДПР, жалобы у людей везде одинаковые. Проблем очень много по России. Это и ЖКХ, это и маленькие зарплаты, это нищенские пенсии. Первое – отсутствие работы. Второе – даже если есть работа, низкий доход, при этой работе низкая заработная плата, не больше 5-6 тысяч. Следующее – отсутствие жилья и невозможность его приобрести, потому что либо нет работы, либо низкий заработок. Депутаты в пути 40 дней. Нелегкое испытание для народных избранников. Поезд оборудован всем необходимым. Есть душ, кухня, места отдыха и работы. За 40 дней пути депутаты собрали тысячи обращений. Жалобы предоставят лично лидеру ЛДПР. Всем, кто обратился за помощью, эта помощь будет оказана, начиная от материальной и заканчивая жалобами на те чиновничьи бюрократические структуры. Обращения граждан всей России собраны, выводы сделаны. Теперь предстоит работа по этим обращениям. В следующий раз такой агитпоезд отправится по регионам уже весной. Екатерина Сударева, Ленар Хабибулин, Вести, Татарстан.